Я слушаю. Надея Тихонович, можно вопрос? Подскажите, если священник раньше 30 лет рукоположен, уже вообще никогда у него никаких крещений принимать нельзя, да? Написано, да будет извержен. Уже какое крещение-то? По смыслу-то канона, если я о каноне спрашиваю. Мы правила считаем, и написано, если кто будет рукоположен раньше положенного срока, да будет извержен. Ну какие к изверженному вопросы могут быть, если он отсутствует? То есть ему даже уже стало после 30 лет, уже не важно. Понимаете, все остальные уже наворачиваются на то, что он извержен. Там уже дальше насмехаемся. Понятно. Если канона нет, то да, ну, может 12 лет. Были такие случаи, что 13-14 рукополагали, как пишут. Я вот не знаю, почему мы, если нарушили правила движения, и это зафиксировано, никто не будет спорить об этом. А я вот думал, да я не доспал, да у меня настроение было, или... Ну, разные-разные. Нет, штрафы, все. Я в Америке видел как. Он на мотоцикле едет... Раз ей сигнал дал, она остановилась. Я не подошел рядом. Вижу, он выписывает ей чек. Так еще ничего не доказано. Доказывать не надо. Ты будешь доказывать там, когда это в суд придешь. А пока заплати то, что я сфотографировал, как ты нарушила правила. Вообще не разговаривают. Если бы мы по канонам-то жили, у нас бы полный порядок был. Ни одного правила не нарушалось. Но если их нарушается 413 и 719, 57% умышленно, так вообще говорить нечего. Эта телега никуда не съедет. Так а получается, если священник там пост нарушил, либо он, я не знаю, если он там пострижена борода, то есть вообще от него таинство недействительное выходит? Ну, про постриженную бороду не написано. А относительно поста написано, канон есть, эпитимия. Исследовали раньше, я и говорю, вот срок замужества был 16 лет, парню, что было не меньше, чем 17. А случилось так, что надо было скорее прикрыть встречи, она уже беременная. И поп на 2 года раньше повенчал. Стало известно. Вот насколько раньше? На 2 года. На 2 года он запрещается в служении. Он ничего не может делать. А диакон прислуживал до половины срока, год. Так у меня семья. Все, разговор окончен. Плати и выходи. Это мы так привыкли это бузить. Поэтому у нас ничего и нету. Если мы знали... А вообще выходит, что... за все нарушения, по которым священнику полагается извержение сана. Если ты про эти нарушения узнал, то любые, получается, от него таинство уже недействительно. Не подходи к нему даже, и все кончилось. Он будет один стоять, как ворона. Вот у нас был иеромонах, рукоположенный раньше, к нам пришел в общину. Ни один у него не благословлялся, служить он не служил, проповедь говорил. Даже никому и в мысль не придет подойти. А почему? А ему 28 было. Это мы так себя настроили, это хлюпаем, и ничего толку нету. Я себя не настроил, я наоборот, мне это все не нравится. Просто я не могу вообще найти священника, с которым можно даже беседу вести. Они все я говорю вообще, это, понимаете, это, Алексей, я не про вас говорю. Я же вас не знаю. Вот если нам бы сказали, вот такая-то ширина там колеи, это железная дорога, а я хочу больше или меньше сэкономить. Ну, он сойдет с рельсов, и все разобьется, и спрашивать нечего будет. Так и здесь. Он никуда, он опрокидывается и выгоняется. А оказалось, что он двоеженец, извергается навсегда. Второй раз женился при мертвой жене. Он уже не может быть священником. Он может принять, жена умерла, может жениться, но сан снимается сразу. Все. О нем даже речи уже нету. Игнатий Тихонович, то сейчас мы Алексею надо дать в полноте, чтобы он не так не понял. Вот если священник был рукоположен до 30, но сейчас ему уже за 30 лет, ему уже 40, предположим, или 32. Его не наказали, не извергли, но сейчас-то таинства от него принимаются как действительные. Правильно же? Да, вот так-то правильно, а по смыслу-то получается и это неправильно. Он извержен, а из извержения нет восстановления. Это вот в чем суть-то. Если бы можно было. Вот Рокоссовский арестован, все сняли из него, его пытают, бьют, выкручивают, а он маршалом стал. Ему то, что он сидел в ГУЛАГе, не помешало. А по нашим церковным меркам-то, может быть, он там и грешил, ни одна жена была, как у Жухова, маршальский жезл в руке. А у верующих не так. Он, даже если он женился, она не девственница. А у него все нормально по нормам. Он уже не может быть священником. Канон это даже не знают, поэтому их и попрали. А если женился, и она девственница, но артистка была, извергается из сана. Вот как. Их они назывались не артистка, а позорищная. Такое название. Лицедействовали, заботились, чтобы было все чисто. Благодарю. Вот сегодня подойдет к священнику, ну я, батюшка, не могу поститься, ну ладно, молочко-то ешь, уж раз у тебя там, и начинает перечислять болячки. Нет этого нигде. Священник права такого не имеет. Он может разрешить ей только растительное масло и вино, больше ничего. Вот вопрос в том, что священника-то потом на суде Божьем не подставишь, скажешь: «Господи, я тебе не верю, что ты меня будешь судить. Я думал, что как священник скажет, что он будет судить-то в итоге, а тут ты оказался». Вот что вопрос-то, перекос вот этот. Почему-то оба упадут в яму-то. Почему ж так сказано-то? Оба. Ты этот не знал, слепой, а тот тоже, может, не знал, но упадут оба. Который сзади не будет на первого говорить: я не виноват, это он виноват, меня стащил. Нет этого. Мы просто считаем Писание очень четко, но оба упадут в яму. В яму, из которой не вылезешь. Поэтому надо жить настороже. Батюшка любит, он в головку поцелует, там подойдут к нему. А кто его спрашивает, как он живет? Иеромонах стоит там с тремя ребятишками на крыльце. Он все кверх ногами поставили. Зачем же ты принимал этот сан? Да женился бы, да и жил как положено. Никто ж тебя не запрещал. Но путь исправления-то всего этого, как я понял. Ну, мы священнику сказали об этом. А дальше мы же можем попросить: а давай будем Писание с людьми изучать, давайте евангельский кружок образуем. Ну, то есть не оставаться в том состоянии, что ты его обличила, как от прокаженного отскочил оттуда. Там же можно работать, правильно же, в церкви? Конечно, можно работать. Там много должностей. Чтобы не оставалось на том, а то, понимаете, некоторые слушают, они просто удовлетворяют тем, что а вот все, канон нарушен, а вот он извержен должен быть, а я к нему не подойду, и все, на этом останавливаются.